Новый год. Мы первые, ура! И сегодня вообще нет традиционно, потому что на сцене уже сидят две очаровательные девушки. Арайкар, директор клуба Алексея Козлова, давно мечтал арфу. Я сегодня с Марией, мы дарим тебе арфу. Это не простая арфа, это кельтская арфа. И Мария Кулакова считается одна из единственных, кто... Вы не представляете, как она звучит. Вы не представляете. Можно я похвалю тебя? Можно? Да. Это музыканты очень стеснительные, они любят разговаривать. Мария Кулакова и Татьяна Моздыкова. Thank you.
Олег Кулаков и Татьяна Мозгукова. Вот это флейта и кельтская арфа – совершенно потрясающее сочетание. С кельтской арфой я познакомился, когда был в мае, по-моему, да, Марк? С тобой мы познакомились в июне или в мае. Да, это было очень хорошее такое мероприятие было, презентация альтернативной детской музыкальной школы. Марию я пригласил, она там поиграла, и даже дети были в диком восторге. Здесь можно все. Девочки точно останутся до конца. Нет слов, да? Да, правда? Нет слов. Арфа остается здесь, да? Не уберут? Видите, не просто так. Сегодня весь вечер на арене буду. Я надеюсь, вы меня простите.
Чистый джем-сэшн, собственно, как всегда и происходит. Его мы назвали «Опера Джем». Человека вижу первый раз. Познакомился с ним в Ютубе. Звать его Олег Александров. Да. Можно выходить. И мы исполним арию Фигаро, Моцарт, «Свадьба Фигаро». Встречаются люди, которые очень много лет не виделись. Но так получилось, что сегодня и флейта, и арфа работают в одном коллективе, но, видимо, там редко встречаются, а вот на Opera Night встретились. Елена Исаева сегодня блеснет замечательной игрой на флейте. В общем-то, по своей основной специальности Елена флейтистка, но иногда нас радует своим мастерством в оперном вокале, так что все ахают. Объявлять не буду, грустная философская песенка. Приглашаю
немножко поразмыслить. И все-таки, несмотря на такое хорошее настроение, попрошу немножко тише разговаривать. Елена Исаевна. Елена Исаевна. Помечтали? И все? Чуть-чуть.
Не, еще будет, еще будет. Сегодня релакса будет много. Когда есть кельтская арфа, релакса хватает. Гульнара Куспакова, Гаэтано Доницетти, ария Нарины из оперы «Дон Паскуале». Вот, Гульнара, вот по дресс-коду вообще не вписались. Все понимаете, бело, да? Вы прямо в концертном наряде. Здесь уже есть мужчины. Им, наверное, плохо стало бы. Так что нам делать? Мы договариваемся. Я первый раз этого человека вижу. Чего мне делать? Да. Я буду слушать, да. Постараюсь не опозориться.
слово. Сошлись. Вот это был Джем Сешн. Честно, рука на пульсе была постоянно. И на окончание первого сета я приглашаю очень интересный дуэт. Вчера позвонили. Не могу сказать, что Кот Мишель, потому что успел послушать, но очень интересно. Григорий Середин и Дмитрий Притула. И у нас первый раз, сегодня, кстати, первый раз арфа и первый раз баян. Слышно? Вальди, первая часть, это концерт до-мажор для мандолины с оркестром. Прозвучит такая версия для баяна и гитары. Антонио Вальди. Thank you.
музыка, произведение еще одного итальянского классика. Это Луиджи Боккерини. Прозвучит его пьеса «Интродукция» и «Фанданго». Thank you.
Друзья, отдыхайте. Елена Исаева. Сейчас такая классная музыка будет. Олег Александров. Испанский не знаю, но мне кажется, звучит «El café de Chinitas». Chinitas? Кафе де Chinitas. Можно рассказать. Стихи музыки Гарсия Лорки, это был такой клуб «Кафе де Чинитас» в Марбелле, где они все собирались, и был котел такой кипящий, почему я писал эту песню про это кафе. И про «Кафе де Чинитас», значит, там много улиц на Марбелле. Я так и понял, Oh.
О! Любимая опция, кот в мешке. Не знаю кто. Сказал, что зовут Егор. Егор. Знаешь, что гитарист? Все, кот в мешке распинулся. Есть? Вот здесь уже. Ага. Все. Егор, а как фамилия? Синько? Егор Синько. Thank you.
пожалуйста. Куда ты убегаешь? Надо же представить. Знаешь, ты так говоришь? Где учишься? Гнесинский колледж. Гнесинский колледж, то есть это даже не институт, то есть тебе лет 17. 19. Гнесинский колледж. То есть дальше, потом только Гнесинская академия. Я понял, ты мне помог. Когда публика шумит, надо всегда звать гитару. Гульнара Куспакова. Одна из самых красивейших арий, которые вообще есть. Беллини, Ари Джульетты из оперы, как вы догадываетесь, Ромео и Джульетта. Thank you.
все следующую вещь. Гульнара Кускакова. По-моему, будет лучше. Повторять умеешь? Просто повторяешь. Я. Торжественно клянусь. Торжественно клянусь. Приходить на Опернет и пить. Обязательно. Все слышали? Гульнара Кускакова. Я приглашаю на сцену Анастасии Зверевой Тамара Куделич. И будет пьяцола.
Анастасия Зверева, Тамара Куделич. Настя, а как называлось это произведение? Я тут. Это произведение называлось «Бал сумасшедших». Про то, как люди живут в нашем мире и потихонечку с ума сходят от всего, что происходит в мире, в информации, в новостях, везде. Вот про это, собственно, и песня была. По-моему, 100% подача этой музыки. Я, честно говоря, я так же думаю. Друзья, отдыхайте. Получилось честно, даже не пытался это делать, случайно получилось. Весь этот сет, сейчас вот смотрю, все испанское. Испанские мотивы, испанские ритмы. Олег Александров. Чилито линдо, силито. Милая моя, второй гимн Мексики, неофициально.
знать. Видишь, как полезно, например. Да. Музыка такая, вроде, не знаю, как вы ощущаете, я когда играю, это честно, первый раз сегодня играю, с листа читаю. Мозги кипят, честно, вот представляете, что такое с листа читать, я не умею. Вот когда здесь гениальный Михаил Егезерян и Петя Аполлонов, это потрясающе. Это два наших замечательных аккомпаниатора, которые всегда все умеют делать. К сожалению, сегодня не смогли. Так, вызов брошен. Я вот сижу, гадаю. Принять его? Наверное, принять. Кошечка в мешке. Потрясающе. Знаю, что зовут Карина Авакян. Добро пожаловать. У нас не часто бывает, чтобы и кот в мешке, и кошечка в мешке. Вот завсегдатые сидят, да? Бывает такое, да? Видали, какая кошечка? Сразу папарацци, сразу на фотографию, первый кадр. Завтра следите в интернете. Ну, смотри. Thank you.
красиво поешь, у тебя такая красивая мелизматика. Вот честно скажи, где родилась? В Армении, в России или в Испании? Не знаю. Анастасия Зверева и Тамара Куделич. И вновь Пиццола. Так, я со своими нотами уже ухожу. Я отстрелялся. Все. Yeah.
Анастасия Зверева и Тамара Кудрявцева. Пиццола еще. Анастасия Зверева, Тамара Кудрявцева. Настя, это очень красиво. Я очень надеюсь, что ты будешь приходить. Мы все надеемся, да?
Анастасия Зверева и Тамара Куделич. И в продолжении, в общем-то, друзья, финишная прямая. Если я могу попросить вас не уходить, хорошо? 5-10 минут. Это очень грустная нотка, потому что Opera Night через несколько минут попрощается с вами на целый год. Да, следующий Opera Night будет 3 января 2014 года. А 10 января будет Opera Night номер 50. И это очень серьезная дата, это очень серьезная цифра. Проект, который будет 50 лет. Ну, не будем говорить, что будет дальше. Главное сейчас 48. Мне грустно, потому что не будет месяц. Но, тем не менее, я хочу всем вам пожелать. Мы первые в Москве вообще, кто начинает провожать Старый год. Берегите себя, берегите своих близких. У нас очень тяжелая жизнь. Настя очень классную песню спела первым номером, которая олицетворяла нашу жизнь. Но не будем поддаваться. Я надеюсь, что этот проект хотя бы чуть-чуть нас, вас, всех вместе немножко отрывает от того города, который находится за этими дверями. И вам хорошо. И замечательный дуэт, который сейчас будет, это будет завершение. И вы знаете эту мелодию. Это очень грустная, красивая мелодия. Григорий Середин, Дмитрий Притула.
Григорий Селезин и Дмитрий Крикова. Анастасия Зверева.
Тамара Куделич, Елена Исаева, Олег Александров, Гульнара Куспакова, Мария Кулакова, к сожалению, не ушла, и Татьяна Бекова тоже. Если я кого-то забыл, друзья, не убивайте, сами выходите. Григорий Середин, Дмитрий Притула, Олег Александров, Елена Исаева, Гульнара Куспакова, Карина Авакян, Анастасия Зверева, Тамара Куделич, Мария Кулакова, Татьяна Мозгякова. Друзья, никого не забыл, да? Opera Night номер 48. С наступающим Новым годом. И ждем вас 3 января. Ребят, спасибо вам большое. И спасибо, что вы приходите. Да, с Новым годом!